Больше недели езжу по территории Украины, общаюсь в разных областях с организаторами протестного движения против пиздеца в стране и зе-тарифов. Так вот, один из самых распространенных вопросов, каким образом противостоять выходу на митинг или организации самих митингов Шария и Медведчука, как минимум, как их идентифицировать. Все очень просто. На каждом проукраинском митинге должен быть один из лозунгов «Закрыть партию ОПЗЖ и Шария». Поэтому, если вы не видите этого лозунга на митинге, вы должны понимать этот митинг, организован Медведчуком, Порошенко, там, Шарием и другими шестерками Кремля. Если этот митинг проукраинский, поднимайте смело плакат «Требования к власти закрыть филиалы Единой России в Украине, партию ПЗЖ Шария». И нам плюс, и идентификация хорошая, что этот митинг не шестерок Путина.